художественный руководитель Борис Ананин, солистка Екатерина Рождественна. Транскрипция для женского хора Бориса Ананина. Thank you.
вылечить с коллектива Рязанской филармонии. Первый в истории. И мы от этого сделались необыкновенно счастливы и подвижны. И позвольте просить вас принять поздравления. И поздравляя вас, мы пожелаем вам длительного, благополучного, творчества, спокойствия в жизни и очень большого здоровья. Я услышала этот коллектив с духовной музыкой. Вы знаете, я вот почувствовала влечение написать этот коллектив. Я давно не была, надо сказать, простите, я не успела написать. Но я услышала внутренним слухом, что закликание сил ваше. Мне так показалось сразу. И когда Борис Николаевич мне предложил осуществить этот проект, и коллектив выучил за месяц. За месяц, я помню, это исполнение было еще одним замечательным коллективом, это был хор эстонского радио, это было лет тому назад, 10, наверное, как, но это совершенно другое сочинение получилось. Вы знаете, я кланяюсь вам. Спасибо вам огромное, а уже не говоря о том, что ваша транскрипция прекрасна. Браво! Рязани. Есть такая филармония, надо сказать, что у вас замечательная филармония. Я это поняла сразу, потому даже как был обставлен конкурс, с каким желанием, с какой любовью дирекция филармонии сделала все, чтобы было удобно исполнителям, чтобы было хорошо жюри, и чтобы здесь, кстати, присутствует, по-моему, если не ушел, лауреат этого конкурса, композитор Владимир Беляев. Может, ушел. Ну, был. Вот. И надо сказать, что филармония творчество, слава Богу, и хорошо, что она вас поддерживает. Я надеюсь, что и будет в будущем. Так, если что-то не так, наверное, будет исправлено, но во всяком случае, дай вам то, чтобы вы были такие же творческие, коллектив яркий. Вот это самое главное, это слышно сразу, это свое лицо. Конечно, то, что вы замечательно про это исполнили, я слышала эту кассету. Спасибо вам огромное за транскрипцию.
за то, что вы приехали сюда специально. Так, спасибо. Я вам очень благодарна. Thank you.
Николай Солонович, виолончель. Thank you.
звучала арфа Николай Солонович, виолончель.
Thank you.
Николай Соломонович, виолончель, партия фортепиано.